Во Дворце детей и молодежи прошел традиционный рождественский концерт для учащихся школ города в ожидании чуда. Свое творчество зрителям дарили хореографические, вокальные, театральные коллективы Дворца детей и молодежи, средней школы номер 3 имени Щербакова и гимназии номер 2. Поздравить ребят со светлым праздником Рождества Христова пришли заместитель председателя Новополоцкого горосполкома Андрей Диночкин и протоиерей, настоятель прихода храма иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» Александр Карандей. 46 дипломов привезли представители Полочины с областного этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам. 9 дипломов первой степени, 16 второй, 21 третий. Наиболее результативно учащиеся выступили по учебным предметам физическая культура и здоровье, белорусский язык и литература, химия и физика. В копилке команды Полоцкого района 6 дипломов абсолютных победителей. 2 на олимпиаде по предмету русский язык и литература и по одному на олимпиадах по обществоведению, астрономии, трудовому обучению, предмету физическая культура и здоровье. Центр культуры Новополоцка приглашает детей и родителей на самый добрый детский спектакль «Одноухий. Первая зима», который подходит даже самым маленьким зрителям от 2,5 лет. Малышам подарят настоящую сказку про дружбу, зимние приключения и волшебство.